Всем парфлюбителям доброе утро! Сегодня я хочу вам рассказать о своем фаворите на лето Lady Million. Это фланкер, версия Oh My Gold, о мое золото, туалетная водичка. У меня 50 миллилитров. Совсем недавно я приобрела вот такой чудесный флакончик. Уже сам флакон настолько красив, что хочется его иметь в своей коллекции. От Lady Million отличает его некая горькость, горчинка. Я отчетливо слышу аромат грейпфрута, манго. Но это делает его особенно прекрасным именно на жаркое лето, на такую теплую классную погоду. Он бодрит, он освежает. Нисколько не пожалела, причем 50 миллилитров мне обошлись в районе 3800 рублей. Заказывала я на сайте Духи РФ этот прекрасный флакончик. Девчонки, там в базе те же мускус, сандал, кедр. То есть настолько обычная база, как у многих других ароматов. Но этот парфюм, он не тяжелый, он звонкий, он просто чудесный. Вот меня иногда удивляет, как же так, база одна, а звучание парфюмов у всех разное. Я вам рекомендую к покупке, и смело можно вслепую абсолютно. Он никого не оттолкнет. То есть я не видела ни одного человека, кому бы он не понравился. Как и Lady Million. На самом деле все говорят, что Lady Million какой-то медовый. Меда в нем тоже нет. Цитрус, звонкость, яркость. Ой, у меня убежало солнышко. Я снимаю здесь на альпийской лужайке в Зеленограде. Но это просто слиток. Кусочек золота. Рекомендую к покупке Lady Million Oh My Gold. И желаю вам парф открытий этим летом. Напишите в комментариях, какой аромат сегодня выбрали вы. Есть у вас что-то от Paco Rabanne или нет? Вообще мне очень нравится этот бренд. Я бы хотела собрать еще несколько парфюмерных водичек этого бренда. Буду рада за рекомендации. Все. Хорошего дня вам. Пока-пока-пока-пока.